чертову физра первой парой. Эй, друг, давай вставай, за окном чудесный день. Свои глазки открывай, выбрось ты села лень. Ты запомни навсегда, рано-рано поутру. Нельзя ни в коем случае пропускать физру. Так, стоп! Кто вообще такие? Мы физруки, весельчаки! Мы покажем тебе мир физкультуры! А как вы попали в мою квартиру? Мы сказочные персонажи! Главные герои в мюзикле нашем! А я сидел за кражу! Так что с моей дверью? А давай мы лучше тебе дальше расскажем! Поднимись и постарайся отыскать вторую тапку. И, конечно, не забудешь ты с просонья про зарядку. С глаза убери комочек. Нет-нет-нет, с другого глаза. Возьми чуточку левее. Лучше сделай вот так сразу. Не забудь забыть ключи, что потом на коленях за ними проскочить. Новый день так классно начинается. Посмотри, тебе природа улыбается. Солнце светит и растет трава. Как прекрасен этот мир с утра. Машину убери! Ребят, это все классно, но у нас осталось 5 минут, мы все равно не успеем. Ты что? Это же волшебный мир видео! Здесь можно вот так, так, так и даже вот так. Ого! Ну и как это мне поможет? А перемещаться здесь можно вот так! Ну и зачем мне эта физра? Кто-то сказал, зачем мне эта физра? Король физры. Если бы не было физры, не узнал бы, как далеко с места прыгнешь ты. Если бы не было физры, не знал, что шведская стенка может отойти от стены. Не пинал песочный мяч, пыли маты в зале б ты не стелил. И футболки лиги студентов, где б ты носил. Это король физры? Это король физры. Король физры? Да, да. А есть королева физры? И на матч Амичка, Динамо, Казань отрабатывать пропуски ты бы не ходил. Сводкать бицепс в зеркале зала, такой повод понтануться б ты бы не получил. Если б не было физры, когда б ты парня за лодыжки держал, по компресс качал, а ты взгляд не понимал. Ну, потому что неудобно, неловко, тебе еще считать нужно. Ну, согласен. Сомнительный плюс. Сомнительный. Девчонки, помогайте! Физра! 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 Чтоб хулигану дать ответ, тебе поможет пистолет. Коль торгуешь днем и ночью, тренируй ты бег челночный. Ты давно не слышал мат, попробуй наш шпагат. Ну а если пристав молодой, тренируйся приставной. Физра, это классно. Физра, не напрасно. Чтоб не было полос на паркете, мы обувь приносим в пакете. Валерий Петрович, для своих Валера, для студентов Петрович. Не люблю, когда народ на физре не появляется. Даже если ты болел, без справки не считается. Студентов у меня постоянный флоу. И если приседаешь, get low, get low. Ведь когда ты еще ходил на горшок, я уже носил свою шапку-петушок. Если ты готов стать нормой ГТО, давай за мной направо. Чем отличие физры от остальных предметов? На физре нельзя списать ответы. Я все понял, друзья.
Чтоб подниматься легко поутру, чтоб сильным быть и не качаться на ветру, чтоб кровь просто так не отдать комару, не покупать в конце семестра икру нельзя ни в коем случае пропускать. А ничего, что я вторую обувь забыл? Да ну тебя! Как же ребят, ну вы чего? Ну нормально же все было, а? Ну, ребят!